близняшки. И на карманный день, и каждый день получают, для того, чтобы дать себе сладости. И они узнали, что на Донбассе дети, они как-то страдают. И они целых 10 дней откладывали эти деньги, не ели сладкое. 10 дней. И отправили сюда нам вот эти деньги. Мы на эти деньги сделали этот торт. И как зовут? Вдохновились. Анастасия и Анна Мария. Вот с такой ежи получается где-то около 600 булочек. На понедельник будет 1200 булочек. Делает один человек. Да, Саша. Очень-очень почетная профессия пекарь, потому что, знаете пословицу, как хлеб всему голова. Без хлеба ничего не съесть, да, правильно? Вот поэтому, казалось бы, такие почетные профессии, как космонавт, они не стоят рядом, вот как вот пекарь, смотрите. Радугу на небе посмотри. Мячик круглый, слон огромный, трали-вали-бом. Ласковое солнышко на небе голубом. Прыгни повыше, хлопни в ладоши, ножками топни, топ-топ, где хороший. Яркий, похожий, сегодня денек. Играем все вместе, хлоп-хлоп и топ-топ. Раз, два, три, четыре. Пока.